верни. Бабка мне вообще сейчас не нравится. Более, когда Виапона тут нету, шмоток опять не накрафтишь. Я вот хантеров бы поиграл. С 9 хантеров интересные. О, работаем. Ну, глину месить я не хочу. То есть ролить. На ПТС и гоблинов вообще не хочется. Если заставят, только... Рянетки же сильно остались, но... Они все еще работают. Вот гоблины сейчас заиграли. По идее, это, ну, вектор такой хороший. И лазер, и монополия там. Там. Не хочется заниматься. То есть я знаю, что это работает, но зачем мне это надо? То есть я могу, наверное, левел пойду, все, рискнем. Аркан можно взять, да. Можно и молнию взять. Мне аркан нравится. Дефет. Жестко. Будет, то будет. Зайчики, зайчики. Были бы хумы, я бы тут попытался даже левел нажать и помов ролами закрыть. А так на эко посидим. Висп. Куда мне этот висп? Висп. Вообще не хочется его давать. Вот так нажму. Блин, хреново получается. Он меня все равно не добьет. Но как-то странный файт.
Выигрывать еще дают. Так. С блинком Марс. Здорово. Если я в это не попадаю. Может быть плохо. А, я то недавно успел. Жаль. Помню, хотел, да, не убрал. Ну ладно. Вроде драться-то можно. Так. Улети. Опять плохо сделан. Давайте поставим. Ладно. Нормально, нормально. Мог лучше поставить. Заметно, да. А, 4. 4 дренея, кстати, с трентом-то хорошо, да, с такой зарядкой. Ставить надо. Опять мне. Да, все хорошо, что-то посмотрю. Что-то не так напишу и все. Не это, не парься. Все нормально сделаем. Вот мне не нравится, то есть перки. Карточки нету. Обычно такое не играю. Рандомин, да. Надо понимать, сколько все хорошо или не очень. Ну, так постою потом. Мне вообще не нравится. Потом поставим. Ну потом следующий перк хороший будет. Сейчас кпшка просто сейвим, мне все нравится. Спистол сильно. Так. Мы выбиваем таким стулом. Здесь что мне дают хорошего? 5 под дренеев. Что я могу лучше получить? Скорее ничего, да. Ого, тут тоже нормально. Не вырубил шаг, потому что я бы хоть под дреней.
Ну да. Слишком они сильно сделали. Вот, сикера захватывает, да? Дерево хилит, наверное. Или не хилит. 40 ком-то. Вроде хилит. Нет, не хилит уже. Рик. Как мог бы стоять? Так, мы с ним в кроссах еще. Ну-ка, мне интересно, файт хороший, нехороший. Лоника бы, ой, этого бы вызвать, успеть. Да, и потом умереть уже можно. А, я его не... Я его подхилил. Я по шапку не смогу. Я с Лоником вполне может получить, нет? Тут дренеи вообще поганые. Невозможно. Тут я выиграл, кстати, легко. Ну, забаним. Так, на рипере он заходил, и он мне стрик, кстати, не сбил. Ему тоже, да, получается, не повезло. Лазер будет усиливаться еще. Но не все наролены. Не 6 хмов как-то. Сложно ролить. Честно. Я попробую. А, попробовал, молодец. Еще одного. Нормально. Классико. Не знаю, я дальше-то шестихумом не вывезу. Ну, все сильные. Может быть, даже я... Пряток. Лоник есть. Риперы точно пробивают? Они меня уже все пробивают. Этого пробью.
это вот я с этим подерусь. Один раунд можно подраться. Правда, Лины нет. Ладно. С ним, наверное, мог подраться, но тут тяжело было, да? Так. Да, пока что. Но Трил, Нейби, привет. Что там, что шмотки у меня такие? Не вывезу. Я вряд ли, да, вывезут. На крипах сыграем. Кума, потом сяду на что-нибудь. Идем. Сложнее будет просто сыграть что-нибудь. И все нараливаются. И все нараливаются. И реперы посмотрим, что у них получится, не получится. У меня лишний получается хум, да? Какой-то есть. Классико. Лишний хум. Аниме Вуман, здравствуй. Не знаю, ДК в теории. Как тут играет? Слабенько, да, тут драконы. Но в любом случае он мне не нужен. Очень долго будет, даже Т1, когда. Давай его дорого слишком собирать. Переприста, то есть у меня вот эта шмотка еще потом пригодится. Есть такой вектор 4 приста. Нормально. Здесь он пока без злоника за монополию для друидов хочет. Пикума пытается доигрывать. Потому что только меня пробивает. Твою себе. Я к нему прихожу, да? Я ставлю. Вот, я ставлю. Буду лапнуть. Мне будет. Ой, это нужен. Давай возьмем. Поставим.
Где я этот дефы даже не расставляюсь, да? Мне нужен Малефик сейчас. Да, Малефик нужен. Люди книжки не бьют, они автоматом дают. Экспо автоматом дают. Где экспо? Дают 3 хума. 6 хумов обязательно победить надо. Дают столько экспо, сколько у тебя внутренний левел. То есть, если выиграл, хум остается жив, 8 экспо дают. Я тут не собираюсь выигрывать. Очень долго. Хотел на Малефике играю, потому что все сильные. Там же в 9-м будем дораливаться. Не знаю, до 10-го дерплю. Смотрим. Здесь еще монополия есть, Лоника он нашел. Это замонополил. И ничего хочет замонополить. Лоника дает. Лоника Т2 могу собрать, потом продам. Ладно, леший еще будет. У меня тут игра-то через этот идет. Аркан, то есть что-то еще. Для этого надо дожить. Ну, подарка. Без арка сложно. Хороший перк. По идее, мультикас получается и нормально. Сыграно. Я в 10-й пойду. Наверное, успею. Наверное, успею. Вопрос, шейкер, что мне шейкер дает? Из хумов. Малефик, да все. У него хорошо тоже получилось. И голды больше, и левел выше. И ПП больше. Надеюсь. На добро забаним. Забаним, да, уже. Ну,
Вот дефнули. И там дефнули. Вот это платить не буду. Руиды, да? О, Минотавр, это в кого дается? Дезольд, Монтшарт, Темпларко. А Минотавр в кого? Если вдруг... И вообще, насколько мне тут вот тает играют. Просто под арканом. Два тайда. А еще один раунд стоим. Лапнем. Там их шмок Минотавр, но в этого в ТБ сильно может быть, почти слотового. Так, а маги насколько могут быть? Маги, кстати, нормальные. Хорошие, я бы сказал, маги тут, да. Пока держим. Топларка с Эссими, это я, блин, ну можно было не продавать, ладно. Один раунд все равно проигрываю, потом какие леги... Какие леги смогу найти, те и беру. Вот той шмотки собираю. Словно. Чтобы разбирать легче было. Разбирать, продавать. Маги, если, ну, теории нормально, да, должен быть. Арк плюс дубликаты. Маг. Смотрим. Я даже с мага могу еще дойти. Сейчас, если арк у меня будет, я до него еще могу дойти. Выигрывать 5 кл, но... Выигрываем. Арк нужен, арк. Бусы есть.
Пока так, да. Что это значит? Тебя убрать надо. Маги еще могут быть, а че с чем? Это если мне только с этим с арком может сыграть. Я ничего не буду подавать. У меня непонятно. Что он играет. Инвокер хороший. Клоник. Клоник, наверное, не играет. Так думать. Там сюда. Так. Мне так-то это точно все нужно, это дорого. Подать нечего. На нафиг не буду делать. Где бы арка одного найти и дубликаты хорошие ставить. Или 6 магов. Магов в фильме. Классико. Фамилию возьму. Лирик, здорово, Петь. Так. Сейчас я... Дочка, ребят. Вот арк есть. Беру. Так, а. Мне уже не надо. Классико. Сделаем. Без магов я приду. Мне не надо сейчас. Маги я приду. Или какие-то дубликаты сильные приду. Но к этому надо будет. Могу продавать. Может быть, не может. Так, Мирза, спасибо. Спасибо, мужик. Сейчас я отвечу, что сложная игра у меня. Поэтому... Надо будет. Было отвечать. Что там, Лоника тут в монополии или нет? Лоника еще увижу. Блокера увижу. Увижу. А так будет. Я вот это уберу. А, ну без разора буду играть тогда, наверное. Тоже нормально. Может попудать? Чем? Это все. Это мне тоже на самом деле все нравится. И все здесь нравится. Мы вырулили. Доиграть надо. Надо играть. Темпларку, может, даже сука уберу. Давай здесь ничего не буду. Бессильно. Так, мне больше всего нравится. Сильно ни к чему. Сидим, ждем. Сидение.
Слышим, днем рождения, мужик, желаю тебе крепкого здоровья, всех жизненных благ, оставайся таким же добрым, открытым человеком. Спасибо, Мирза, спасибо. Надо с тобой пообщаться еще. Вообще не продаю, ну мне этот, мне вообще не нужны эти ассасины здесь. Я не просто не вижу очень сильный темпларк в этой игре. И без этого выигрывается. Ира единственный остался, да? Один гир есть, ассасин есть. А если от этого вот сыграем, все заводчик или... Думаю, как сделать. Блокер играет. Адабус играет. Кира, может, и не нужен? Шмотки у меня дезоль. Рики против кого? А мне смысл Рики играть? Вообще полная фигня. Не работает Рики. Здесь ситуация. А че я в прошлый раз не купил? По-моему, мог купить. Останы звон там. Ну чем? Чем? Да все будем ставить, все здорово будем делать. Вера может получится сыграть. Я здесь не расставляюсь, потому что думаю, что у меня все хорошо. Кан, тавры. Разгон пошел, но мы на это играли, это рассчитывали. И урон нам не надо такое у нас. А Егис не надо, догон уже есть. Мы с рандомим. Эбисол. Эбисол тоже хорошо. Контролить будем сейчас. Не лучшее, может быть, но пойдет. Я дали ему без... Я ничего не буду делать. Кира мне не нужен. Без него игра хорошая, да? Пусть стоит. В этот байнокер просто поставим и все. Егис. Не, Эбисом. Пайпом. 22 инвокера вообще же развалит гоблинов. Очень легко развалит. Да. Если арки еще бесплатно будет. Блин. Не надо. У меня то, что надо, у меня собрано хорошо. И 3 будет, будет что поставить. Ну, если было бы, да? Висп за двоечку тоже.